Что, записываю? Да, уже пишется. Привет, друзья! Мастер Фифы снова с вами. Обязательно тебе хорошо слышать. Блять, я мастер Фифы, могу орать сколько я захочу. Прошлый матч получился неудачным, но мы с Артемом Венгером провели одну товарищескую игру после этого, и я научился. Я теперь понимаю, что за Манчестер Сити нужно играть исключительно сложной девяткой, потому что нападающих там нет, футболисты там. Он анализирует. Слабы физически, и вся надежда на финты. Финты я делать не умею, поэтому просто буду вот этим стиком аккуратно всех обыгрывать. И я считаю, что, Фора минус 2, вот с разницей в 2-3 мяча я сегодня буду обыгрывать ПСЖ студии «Союз». Я переехал в студию «Союз», забрал у них душу, они будут играть без души, а ты с духом. Давай, Диман, соберись, ты можешь все. Тебя приехали поддержать. Артем Ледовский, тут у нас сидит Илья Давыдов. Тига за кадром тебя поддержит, напрямую давай тебе дух. Это легендарный Ёж. Тут у нас Макей и Кисель. Вот эти замечательные ребята сегодня все с президентом. Кисель за Броуков сыграет еще в ФИФУ. Да, да, когда мы... Ну, в общем, сыграет за нас ФИФУ, Кисель, не переживайте, и вас переедет, сука, кто не берет. То, что Броуки хоть одну победу получит от... Поем в игру в матч. Да! Все, Дмитрий, давай. Ты помнишь, эмоции должны быть, но только после того, как выиграл. Ну пошёл... Нееее! Магистр ФИФУ и Дмитрий лучше знает. А если я за Манчестер Юнайтед болею? Если за Манчестер Юнайтед, то ты... А почему поле быть синее? Да это их поле, потому что так бывает. Оп-оп, сразу финты! Всё, пацаны, пошли. Оп! Развернули. Давай, Дима, вспомни, что ты броуки так умеешь делать. Вот, а мы только в пас играем. Хорош. Ах! Хорошо, как играет! Мне очень нравится, эх. Дима. Тихо, пацаны, молите. Молите. Дима должен это брать. Как сказали бы парни из Тудроса, это ля-ля идет. У меня игры не было. Было, было. Потом посмотрим на варе. Ладно, все нормально. 0-0, блин. Может, ты раскушенный игрок. Какие переводы диагонали. Не трясай с ним, да? Ты. Вот, да. Ой! Ах! Ах, ты умен! Это он отсюда не забьет. О, гений! О. Ах, вах! Первый шанс, все. Не, нормально. Он еще и паузу ставит, руки у них это. А что мне надо было делать? Не бить? Наверное, остановку сделать, чтобы у него защитники вперед к воротам пробежали вторым темпом на 11 метров. У тебя игрок на дальний, когда знает, что защитники туда ворота забегают, он назад шаг делает, как реально в футболе. Ну ты ж футболист, Дима. Вот. Ах ты! Какое давление! Да, да блядь, что такое? Можно, блядь! Блядь, фора горит. Ё-моё, блин! Давил его в этот джойстик. Давил, блядь. Фу! Ну вратарь у тебя хорош. Нормально, у тебя концентрация. Все, пробьет и гол. Фу! Вот я таких, знаете, как ловил бы бывало в жизни. А у тебя почему обычно это все? А у него карточки другой, да, он не спрашивал, карточки. Осторожно, вот это. Так, Дмитрий, ты помнишь игру с реалити? Ты помнишь игру с реалити? Мы все можем. Нет, я-то помню игру с реалити. Так почему у меня три выхода, они не забили? Ну, потому что это такая игра. Это вот FIFA. Нормально, нормально, ничего. Все в наших руках. Хороший. Ну, хорошо, хорошо, спокойненько. На тоненького. Добью. Сука, сколько у него этих защитничков. Нет! Хорош! У меня никто не бежит вперед. Есть. Да что ты будешь делать? Какой-то несправедливый вообще, блин, матч. Столько моментиков. Опасно, конечно, там бегает при всеми этими игроками, мутузит, волозит, блин. За Рамоса куда бежит? Фу, ну у нас это все тоже легко. 99-й, да. Все, все, перерыв. Да, у нас было 4 выхода. Давай, да, сейчас тактику поменять немножечко. Какую? Ну, сдать вам немножечко тактики. Да не, нормально так. Нормально, точно? Ну да. Ну давайте, смотрите. А что, нет? Играйте. Ну давайте вы немножко поиграете, и потом я нажму кнопку, и вы посмотрите. А что там не так? Ну, ничего, просто вот как мне кажется. Ну, 4-2-3-1, я думаю, надо играть. Чего? Васильевичу можешь набрать? Ладно, давай, я все, готов. Ладно, давай, по твоей играешь. На 60-й минуте делаю все в атаку.
футбол, бля, пацаны. Ну, до сих пор. На, играй. Все, пошел. Ебать, ну... Как ты хорош! Я не принципиально ворота зайти хочу. Да нет, все это пиздец. Не-не-не. Да не, да-да. Сейчас один ты забиваешь, они плывут в море. Хороший. Да нет, здесь все подборы их уже будут до конца игры. Все ясно, блядь. Ага. Так, давай все в атаку. Да не надо, блядь! Да что ж такое? Да блин, ну хватит хуячить мне на джойстик постоянно, блядь. Все, 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 играет. Во, пошла. Да никуда она не пошла, блядь. Пиздец, он, блядь, реально, он играет, нихуя, блядь, не может нормально, блядь. Просто пиздец. Что это вообще за игра, блин? Я чувствую несправедливость. Бля, в следующий раз нахуй один буду играть, блядь. Ну это пизда, блядь. Диман, я выйду из комнаты. Что-то там джойстик, хуёстик, что-то да куда-то, Диман, блядь. 2-0 было. Блядь, пизду, все в атаку, нахуй. Сука, и лупит отовсюду, и угловой. Блядь, это просто пиздец. Это просто нахуй пиздец какой-то, блядь. У меня просто нахуй нету ни одного человека, блядь, в ёбаной атаке, блядь. Во. Сука, что ж ты будешь делать, когда оно пройдет? Да оно вообще не пройдет, блядь. Как говорится, все проходит. Да он сейчас перебрасывать будет, блядь. Наша, наша. Да, обязательно. Вот, у меня никто нахуй не бежит. Блядь, да отдай ты уже, ёбаный гондон, блядь. Я эту игру ебал в рот, блядь. Не игра, а хуйня ебаная, блядь. Что соседка писала, блядь? Этот пи***. Блядь, тупой в воротах, нахуй. Да мне похуй, осуждаю, что соседка, мне игры, осуждаю, мудак, блядь. Осуждаю. Гондоны, блядь. Конченые, не команда, блядь. Да, давай, блядь, на Твиче забань меня, нахуй. Так, я осуждаю. Куда ты отдаешь, хуила, блядь? По-братски, Диман, мне в натуре соседка через Наталью писала. Через нотариуса, что? Бля, закрой окна, Ёж. Ёж, закрой окна наглухо этим, блядь. Просто меня выселят сейчас, сука, то... Вне игры, блядь! Бля, рядом, пиздец. Нотариуса, нахуй. Сколько матчей, один играется? Угу, 4, ёпта. Блядь, я просто... Пацаны, ничего ему не говорит, он вас сейчас из команды выгонит на таком настроении. Он так на матчах не горит, как пипец. Сейчас... Егор, вырежи все их голы, только наши моменты ставь. Мне даже некому отдать, блядь. Счёт 0-0 оставим. Вот. Ну! Гол! Ага, хуй там. Да ты чего, блин? А, все, конец, блядь. Спасибо, блядь, за игру. А что, мне еще один раз надо проебать, чтобы вылететь? Да. Или все? Нет, еще раз. Не надо. Сейчас закомбычу. В следующий раз я выиграю. Нет этой сетки. В следующий раз игру запущу, из комнаты выйду на всякий случай. Сетки нижней нет, тут сетка все. Три подряд проигрываешь? Да. 12 ударов у него, но он хрень бил, а у нас 9. Но у нас нормальные моменты были в начале. Так у нас было 4. Фу, аж закружилась голова, блин. Ребят, ну вот такой матч выдался. После условия за Диман. В следующий раз я играю один. Он один, да, играет. Сейчас из-за меня. Диман, я тебе просто настроил тактику. Ты... Ладно, все, я понял, ты коуч, я понял, договорились. Ребята, проиграли из-за меня 2 игры. Третью игру Диман становится на тренерский руль и крутит его. Все настроит, он проверил, что схема с фейк-девяткой не заходит. Не заходит. Не заходит. Давайте закинем спойлер в следующий матч. По какой схеме планируете играть? 4-2-4. Все, следующий матч мы проверим 4-2-4. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал Дмитрия, студии Союз. Спасибо всем, осуждаю, до свидания.